В городе продолжается программа по установке подъемников в домах, где живут инвалиды. Эти 7 ступеней были непреодолимые. А сейчас это такое счастье. Мы теперь 2 раза в день гуляем на улице. Стараемся, по крайней мере. А для нее это великая радость. 4 года в застенках – это ужасно. Трудного ничего нет. Зеленая кнопочка наверх, красная вниз, лифт опускается. Лифт идет медленно, Катенька не боится. Катя прикована к инвалидному креслу с детства. Последние 4 года вынуждена просидела в 4 стенах дома, потому что возможности выбраться во двор не было. 2 недели назад стараниями ее мамы и департамента благосостояния Рижской думы в подъезде их дома на улице Лейня был установлен подъемник. Это подъемники абсолютно аналогичны тем подъемникам, которые устанавливаются с 2002 года. Всего поставлено уже 126 подъемников. Мы рассчитывали, что лет 10, и мы обеспечим всех, и уже ничего не нужно будет больше. Заявки идут. Вчера я получил очередную. Конечно, они более эстетичны, более эргономичны. Появились другие материалы, другие комплектующие, другие возможности. Появился опыт у фирм, которые это делают. И поэтому странно было бы, если бы не улучшалась продукция, которую они поставляют. Если в 2002 году установка подъемников была разовым мероприятием, то теперь это одна из строк городского бюджета. Очень много сейчас потребностей в межэтажных подъемниках. Человек живет в домах определенных серий на 7-м этаже, а лифт на половинку ниже, на 6-м. Значит, надо спустить его, по крайней мере, до лифта. Там более сложные проблемы. Нужны многоэтажные дома, 7-9. Нужны согласования со всеми жильцами, со всеми службами техническими, надзорными, полицией, пожарниками и так далее. Есть еще один вид, сравнительно новый, с прошлого года. С прошлого года мы его реализуем, да? Это долевое участие заказчика. Обычно находят спонсоров, потому что многие межэтажные подъемники, у них достаточно уникальная конструкция, стоят значительно дороже, чем деньги, которые предусмотрены до 3000 лат у нас в бюджете. В этом случае родственники, обычно мамы, занимается тем, что разыскивает спонсора, и тогда, как только они проходят все согласования и получают дополнительные деньги, естественно, мы ставим подъемник. Еще один вид услуги возник за это время. Мы представляем через одну из фирм, не хочу называть, чтобы не было нарушения закона о рекламе, мы приобретаем и даем возможность инвалидам использовать мобильные подъемники. Всего в прошлом году на подъемнике Рижская дума зарасходовала 34 тысячи латов. Планов по установке как таковых нет, все делается в индивидуальном порядке.